Так, ну вот сегодня вот такой прогресс, подвесочные дела, стоечки, кулаки, рычаги, в общем, почти вся передняя подвеска на месте. Продолжим завтра. Солнечный денек, и сегодня у нас кузовные работы. Специалисты прямиком из Краснодарского края, привет, да? Привет, да. Ну нормально, что он поднатянулся. Да, самое важное в этих делах — это все зазорчики. Тут как бы все выходит как надо. Без зазоров никакая реставрация не нужна. В общем, не все так просто оказалось. Есть нюансы по тому, как этот кузов был раньше подготовлен, особенно вот с этой линией, которая через весь кузов идет от начала до конца. Сейчас эту линию делаем зазоры, и все не так просто. В общем, мексиканцы, которые эту машину раньше делали и готовили, очень были криворукие. Будем исправлять.